Еще год назад на месте новой школы был пустырь. Теперь здесь стоит почти готовое здание, где будет учиться 1000 детей. Оно находится в микрорайоне Завидное, где все жилые дома уже сданы в эксплуатацию. Работает детский сад, облагорожена территория, и местным жителям осталось лишь дождаться школы. Новое учебное заведение планируют создать во втором квартале следующего года. Школа будет очень удобная, потому что она имеет такую схему, что разделена на, грубо говоря, два блока, где дети будут непосредственно учиться и где будут проходить спортивные мероприятия, концертные мероприятия. Плюс это актуально при такой очень большой плотной застройке, потому что помимо нашего микрорайона вокруг, как вы можете наблюдать, строится тоже очень много зданий, домов. В этой части города и правда ведется большое строительство. Микрорайон, соседствующий с Завидным, называется Южное Видное. Помимо многоэтажных домов, он тоже располагает развитой инфраструктурой. Здесь предусмотрено два детских сада, один из них находится на финальном этапе, школа, поликлиника, торгово-развлекательный центр и две многоярусные парковки, а также множество детских площадок и стадион. Через этот микрорайон будет проходить важная дорожно-транспортная сеть Солнцево-Видное-Бутово, которая свяжет город с крупными магистралями области и скоростной трамвай. Все это будет готово к 2020 году. Сейчас же здесь уже есть разворотный круг, где расположена конечная остановка общественного транспорта. Трамвай начинается у нас от железнодорожной станции Бутово-Курского направления, проходит через микрорайон Дрожжино и Боброво и выходит на нашу, через Расторгуевское шоссе, выходит на нашу станцию Расторгуево. Значит, проект планировки по этой территории уже с конкретными красными линиями, с прокладкой скоростного трамвая, уже утвержден. А вот жители микрорайона Бутово-Парк, который находится в сельском поселении Булатниковское, 1 сентября ожидают открытия муниципальной поликлиники, рассчитанной на 200 посещений в день. Здесь будет располагаться как детское, так и взрослое отделение. Медицинское учреждение оборудовано по последнему слову техники. Все аппараты иностранного производства и наилучшего качества. Проект составлялся по пожеланиям даже всех жителей. Вот, и здесь уже все, что хотели жители, здесь уже все поставили. Благодаря плодотворной работе администрации Ленинского района и застройщиков, в муниципалитете наблюдается рост качества жизни людей. При сохранении такой положительной динамики муниципалитет может стать одним из самых привлекательных для проживания районов в области. Юлия Погосян, Евгений Петров, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.